Я приехал в Америку с Риги, вспоминаю, в Риге такой случай. На одном молитвенном собрании рассказывали и свидетельствовали люди о вере в Бога. Вышла девушка и говорит: я занималась парашютным спортом, я прыгала с парашюта. И однажды прыгнула, парашют не раскрывается. Я дернула дополнительную ручку, и тот не открывается. Я лечу и понимаю, еще несколько мгновений, и с меня останется только кровь и грязь. А жить так хочется, и я взмолилась: Господи, спаси! И в близости от земли, чтобы сохранила жизнь, только с большим треском раскрываются одновременно два парашюта. Я побилась, переломы, но осталась жива. Слава Богу, Господь живой! И Он отвечает на молитвы. И книга пророка Иеремии, 33 глава, 3 стих. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». И первое, молитва благодарения. С благодарения мы начинаем нашу молитву. И мы говорим: «Да светится имя», то есть «Да славится твое святое имя», и Бог ждет от нас благодарности. Это должно быть так, но не всегда бывает так. Мы бываем похожи на евреев или на Мариам, которые перешли через Черное море по суше, воды расступились. И Мариам, и другие женщины взяли тимпаны. Тимпаны, как на современный язык перевести, это бубен. Они ударяли в бубен, славили громогласно и прославляли, величали Бога. Я хотел бы сказать: Мариам, а что ты говорила и делала, когда ты была на той стороне, на том берегу Черного моря? Ты была среди тех евреев, когда подошли к Моисею и сказали: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведи нас из Египта? Мы чаще славим Бога, когда Бог исцелил нас, когда разрешил проблему, когда мы получили работу, имеем материальный достаток. Но Бог ждет, чтобы мы начинали и благодарили Бога на том берегу Черного моря, когда слева и справа сдавили горы, сзади преследует фараон, а впереди холодные воды Черного моря. И кажется, смерть неизбежна. Вот тогда Бог ждет, чтобы мы начали преклоняться и славословить Бога. Господь ждет от нас благодарности всегда. Верующий брат, диакон церкви, имел хороший бизнес, был успешным, к нему работали люди, и настолько много желающих, что он не мог всех принять, платил регулярно зарплату. И вот однажды он узнает, что он банкрот. Он расстроился, пришел, говорит своим рабочим: я не могу вам платить зарплату. Деньги я потерял все, бизнес уйдет с молотка, мой дом заберут. Все ушли, он сел за стол и так просидел, опустил голову целый день. Пришел домой и говорит жене: мы банкроты. А жена рассказывает свои проблемы, нужды. А он говорит: мы банкроты, я все потерял. Дом, в котором мы живем, его заберут, у нас не будет больше дома. Я все потерял. Подходит к нему дочь, а как говорят, что устами ребенка гласит истина, говорит: папа, а ты меня потерял? Нет. А маму, папа, ты тоже потерял? Нет. Папа, ты Иисуса потерял? И он говорит: я как будто проснулся. Говорит: будем молиться. Стали на колени, стали славить Бога. Они благодарили Бога за то, что Он контролирует ситуацию, за то, что они потеряли все средства к существованию. У них нет, они полные банкроты. За это славили и благодарили Бога. Прошло некоторое время, он заработал деньги, открыл бизнес, и бизнес стал более успешным, чем был до этого. Если до этого он был диаконом церкви, то сейчас его избрали уже служителем церкви, пастором. К нему стали люди приходить на работу, он стал принимать. Бог стал материально благословлять его, и он остается таким же благородным, как был и раньше. Господь допускает в нашей жизни, или в твоей жизни произошли проблемы, материальные трудности, ты оказался без работы, или Бог допустил болезнь. Это только для того, чтобы ты научился благодарить его за эти проблемы. Бог ждет от нас благодарности. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. За все это включает и то, что неудачи, за то, что не доставляет нам радости, приносит скорби и проблемы. За это мы должны благодарить Бога. Сыновья Кореи в 83-м псалме, 5 стихе, вот в 83-м псалме, 5 стихе записали секрет или ответа на успешную молитву. Наша, проходя долину и плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословениями. Когда даже мы плачем, когда нам трудно, Бог посылает благословение и ответ в этом же 83-м псалме, 5 стихе. Непрестанно они будут восхвалять тебя. Бог будет посылать, и тогда, когда вы плачете, когда вам трудно, когда нам скорбно на душе, и кажется, кошки там скребут, Бог начнет благословлять.
Тогда, когда мы будем непрестанно восхвалять Бога, а говорят сыновья Кореева. Мы пришли в собрание, в молитвенный дом, мы радуемся, благодарим Бога, а кто-то сидит и переживает за свою дочь, которая отступила, за сына, который упал в грех. Он переживает, молится, и уже много лет молится, и не видит просвета, и сын или дочь не возвращается в церковь к Богу. Как быть таким людям? Я хочу сказать, что начните благодарить за то, что с сыном происходит сейчас. За то, что ваша дочь не в церкви, она упала. Хочу такой привести пример. На Западе разъездной проповедник проезжал по церквам и проповедовал на одну тему. «Прославляйте Бога всегда». После к ним собрания подошла к нему одна пара и говорит, «Наша дочь уже не христианка. Она стала девушкой легкого поведения. Как мы можем благодарить Бога за это?» Тогда проповедник сказал, «Благословляйте, благодарите Бога, во-первых, за то, что она еще жива. Благодарите Бога за то, что Он поменяет ситуацию, она не будет такой. Благодарите Бога за то, что она придет к Господу». И видя, как они настроены против, агрессивно, он сказал еще дальше, «Когда ваша дочь придет домой, примите ее с любовью, как вашу самую любимую дочь». И вот однажды она была в гостинице с каким-то мужчиной. Вдруг явился ангел, такой огромный, грозный. Она перебугалась, вскочила, сорвалась и побежала домой. Она говорила, покаюсь, а если не примут родители, покончу жизнь. Она постучала ночью, это было в дверь. Открыли дверь отец, мать. Говорит, доченька, обняли ее, мы всегда тебя ждем. Она покаялась перед Богом, попросила прощения. Стала посещать дом молитвы. Христианин сделал предложение, она вышла замуж, вышла дети, и Бог стал благословлять ее. Благословение в эту семью пришло, когда они начали молиться и благодарить за Бога, за падшую дочь, за то, что она грешит, за то, что она не знает Бога. Братья и сестры, когда мы благодарим Бога за то, что нам кажется нельзя благодарить, тогда приходят ответы, тогда Бог начинает благословлять наш дом, нашу семью. Будем благодарить Бога всегда. Благодарить Бога за не случившееся, как случившееся. Верьте, что получили будет вам. Второе, молитва совета. В жизни мы оказываемся в сложной ситуации и порой просим благословения, но лучше для того, чтобы это произошло, чтобы мы просили Бога совет. Я практикую в своей жизни Бога совет. То есть, когда еду, говорю, Господи, мне ехать туда или не ехать? Мне сделать или не сделать? Сказать или не сказать? Я чувствую, в моем сердце Бог отвечает на мою молитву. Я много раз получил ответ. Среди прочих имен, имя Бога – советник. И Он самый лучший советник, Он даст самый правильный совет. Особенно молодые люди, когда стоят перед выбором спутника жизни, очень важно советоваться у Бога. Через священное писание, может через сновидение. Но, например, я по себе чаще через внутреннее побуждение сердца Бог отвечает и дает мне правильный совет. И попросил Саул Бога, идти ли мне в погоню за филистимлянами, предашь ли ты их в руки Израиля? А он не отвечал ему в тот день, Бог молчал. Мы читаем о Давиде, и спросил Давид Господа, говоря, идти ли мне против филистимлян? «Предашь ли их в руки мои?» – сказал Господь Давиду. «Иди, ибо я предам филистимлян в руки твои». Почему на совет, на молитву Саула Бог не отвечает, не дает ему совета, а Давиду посылает ответ? Да потому что Саул отступил от Бога, он не послушался, а Давид повиновался Господу. Когда мы послушны Богу во всем, имеем тесное общение, мы спрашиваем совета, и Бог дает правильный ответ, и мы тогда получаем в этом благословение. Третье. Неотступная молитва. Неотступная молитва – это когда кто-то один раз помолился и говорит, не получил ответа, и в сердцах махнул рукой, да нету воли Божией на эту молитву, и перестал молиться. Неотступная молитва – это не такова. Когда мы молимся не один, а многократно взываем к Богу. И Христос побуждает нас к неотступной молитве. Помните, Он привел притчу или историю, рассказал, что кто-то пришел, кого-то простал просить, говорит, дай мне несколько хлебов, хлебов взаймы. Он говорит, да я уже ночь, дети на постели, что ты тревожишь меня? А он продолжает стучать, барабанить его дверь, говорит, ты одолжи мне. И Христос говорит ему, говорю вам, если ним станет, не даст по дружбе с ним, то по неотступности его став, даст ему сколько просит. Пояснял учитель. То есть, когда мы неотступны в наших просьбах, то Господь понимает и отвечает на наши молитвы. Женщина пришла к нему и просила своей дочери. Христос сделал вид, он отвернулся от нее.
она пришла с болью, сердечная, ее дочь одержимая. Бесы терзают ее, она больна, ей нужно исцеление, Христос отворачивается. И более того, он говорит, нехорошо взять хлеб и бросить псам. Часто как-то резко, грубо звучит. В то время псами называли всех язычников, это было обычное, нормальное обращение к язычникам. Ну, а эти ученики говорят, она докучает, ответь ей. И Христос ответил на ее неотступную молитву и просьбу. Это пример для нас, когда мы обращаемся к Господу, когда мы не получили ответа с одного раза, будем продолжать неотступно молиться, настойчиво молитва благословенна. Когда-то, если мы не получили ответа сразу, будем продолжать, Господь ответит. Помните, когда Иаков возвращался к своему обманутому когда-то брату, и он сказал, Господи, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Вот это образец неотступной молитвы. Господи, я не отпущу, я буду держаться за тебя. Я хочу быть с тобою, пока ты не благословишь меня. И Бог благословляет Иакова. Не всегда благословение бывает так, как мы хотим. Он прихрамывал всю жизнь, но имел благословение и успех в дальнейшей жизни. Четвертое. Успешная молитва – это заботы на Бога. Апостол Петр в первом послании, 5 главе 7 стихе записал, «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». То есть не тревожьтесь, не переживайте. Все проблемы, которые есть, положите на плечи Бога. Это подобно тому, когда в дождливую, ненастную, промозлую, холодную погоду, когда смеркают молнии, гремит гром, а мы взлетаем на самолете. Мы поднялись выше, и те вот эти проблемы, которые происходят на земле, гром и молнии, они остались там, когда мы возложили проблему на Бога. А там, когда мы поднялись на самолет, и мы выглядываем в иллюминатор, мы видим яркое солнце. То есть, когда мы положили проблемы на Бога, мы поднимаемся ближе к Богу, и мы видим только Иисуса Христа, подателя всех благ. Мы видим солнце правды. А те проблемы, которые мы имели, они возложены на плечах Господа. Позволим Ему нести те трудности, не взваливать на свои плечи, не иметь сердечных болезней и проблем, бессонных ночей. Когда мы доверяемся Богу, то полностью положили на Бога, а доверимся Господу, и Господь поддержит и благословит нас. Брат из нашей церкви рассказывал, не так давно, когда они жили на Украине, его жена заболела, поставили удручающий диагноз. Я понимаю всегда, когда в семью приходит такая новость, она очень тяжело переносится, тяжелая болезнь. Врачи назначили операцию, и приехали, он рассказал, американцы рассказали им, они стали вокруг моей жены, взялись за руки и буквально легли на нее и взывали Богу. Пришло время, нужно было ему везти в больницу, на операцию, жену привез. Прошло некоторое время, выходит жена, говорит, поехали домой. Он говорит, как? Операцию не делали? Нет, врачи сделали УЗИ дополнительное, проверили там, все нормально, нечего делать операцию. Бог исцелил. Наш Бог живой, когда мы взываем, когда мы все заботы возлагаем на Бога. Эти брат и сестра, это члены нашей церкви сегодня. Еще я хотел бы сказать, последняя молитва борьбы. Когда мы молимся, в этом участвует не только Бог, не только мы, но служители сатаны и служители Божьи. Помните, когда Даниил посчитал по книгам, что 70 лет вавилонского пленения закончилось, и он начал молиться и взывать к Богу о избавлении израильского народа. Но Бог не отвечает. Он понял, что среди там, занимаясь этими министерскими делами, работами, он не сможет сосредоточиться на молитве. Он уходит на берег реки и молится. И он в течение 3 недель с постом молитвы взывал, обращался к Богу. Об этом мы читаем книга Даниила, 10 глава, 12-13 стих. «Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения, и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». То есть он объясняет, с первого дня, как ты начал молиться, с первого дня, когда принес свою проблему, Господь говорит, я услышал ее. Я пришел бы и ответил, но было препятствие. Но князь царства персидского, это представитель сатаны, который стоял 21 день, до тех пор, пока Михаил из первых князей не пришел помочь мне и принести ответ. И он получил ответ. Народ Божий был избавлен из вавилонского пленения. То есть, когда мы взываем, особенно это касается, когда он молился о целом народе, потом молимся мы о Украине, о России, о целом государстве, есть такой, также, кроме физического, духовный мир. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его. Верующий имеет защиту ангела.
Но также на душу верующего человека или неверующего посягает так служители сатаны. Когда молятся за целый народ, как израильский народ, то представители духовного мира, их очень много, они препятствуют. Сатана приходит пред Богом и день и ночь клевещет. Как ты можешь ответить на молитву этого брата? Он поссорился с женой, два дня с ней не разговаривает. Сатана, когда клевещет, он не говорит ложь, он говорит правду, то, что мы сделали, о чем мы споткнулись. И он представляет, и поэтому происходит эта духовная борьба там, в духовном мире. И получается, иногда мы на молитву должны ждать какое-то время. Молитва, это молитва борьбы, она благословенна, когда руки молитвы нашей подняты, когда, помните, израильский народ сражался с неприятелем, а на горе находился Моисей, и решали судьбу. Ни Иисус Навин, ни воины с ним, ни копья, щиты и мечи, а решал судьбу Моисей с поднятыми руками на горе. И когда он, мы читаем в Библии, когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиля, когда опускал руки свои, одолевал Амалек. И когда он устал, ему поставили камень, с одной стороны Ор, с другой Арон, стали поддерживать его, и так пришла победа. Будем поддерживать на наших руках молитвы наших служителей, тогда победа и благословение будут приходить в наш дом и в нашу церковь. Наши молитвы открывают небо и закрывают небо. Нашей молитвой мы касаемся небес самого Бога, Творца Вселенной. Еще хочу привести пример. Служитель делился, когда он приехал посетить одну церковь, к нему навстречу идет сестра. В расстроенных чувствах она говорит, стал рассказывать о своей беде. Наш сын ехал на машине, поворачивал и ударил дорогую им очень машину. Они то ли наняли, или пришли бандиты и стали требовать деньги. Говорят, отдайте деньги за машину. А говорит, у нас нету денег. Говорит, мы включили счетчик, они стоят на улице. Приходят, говорят, не отдадите, мы убьем ваших детей, дом ваш сожгем. Говорит, мы имели у нас свиноматку, она поросилась, мы хотели продать. Ну, свиноматка, поросята все погибли. У нас денег нету, бандиты требуют. Что делать? Она обращается к служителю. Служитель говорит ей, все материальное, то, что мы имеете, что имеем, оно ничто по сравнению с тем, что вы имеете. Вы имеете живого Бога, который намного больше, Он контролирует ситуацию. Вы имеете живого Бога. Прошло время, этот служитель опять приезжает в эту церковь, навстречу идет ему та же сестра, говорит, придите посетите наш дом. Я отказывался, вообще не люблю на обеды ходить кому-то в дом. И она стала настаивать, тогда пресвитера по местной церкви, говорит, так настаивает сестра, приди к ней домой. И собрание когда закончилось, она стояла в проходе с своими четырьмя детками, чтобы я не проскочил, а муж с другими детьми поехал домой готовить обед. И когда мы приехали домой, она рассказала, вы знаете, когда вы сказали, что есть живой Бог, мы пришли домой, дети наши спали, мы подняли, разбудили, стали на колени и стали славить и благодарить Бога. Господи, благодарим, что бандиты стоят и требуют деньги. Благодарим, что мы не можем рассчитаться, у нас их нет. Благодарим, что свиноматка погибла и у нас нет чем платить. Но мы знаем, что ты контролируешь ситуацию, ты решишь эту проблему. И мы благодарили, величали, славили Бога. Не заметили, уже час ночи, когда ложились спать. На следующий день бандиты не приехали. Они больше никогда не приезжали. Она рассказывает дальше, когда в нашу церковь приехали иностранцы. Кто-то подходили к ним. Я сидел в сторонке скромно. Смотрю, идет ко мне какой-то дедушка в белых штанах. Это у нас дедушки в белых штанах не ходят. Подошел ко мне и подает конверт. Говорит, Господь сказал мне отдать это вам. Я открываю, там большая сумма денег. И мы, говорит, отремонтировали дом, сейчас живем хорошо. Мы имеем, братья и сестры, живого Бога. Что бы ни произошло в нашей жизни, как бы ни было трудно материально, какие бы ни были болезни или скорби, переживания, Господь допускал в нашей жизни, Он это делает, чтобы мы научились прославлять Бога на той стороне Черного моря. Когда с двух сторон сдавили проблему, впереди и сзади, кажется, тупиковая ситуация, нету выхода. Господь контролирует бразды правления у нашего Бога. Мы имеем живого Бога. Мы сегодня отметили успешная молитва, когда первая молитва успешна, это когда мы с благодарностью приходим к Богу. Молитва совета, второе, третье, неотступная молитва. Четвертое, когда мы с заботой возлагаем на Бога. И пятое, молитва борьбы. Не будем пускать руки, когда сразу Бог не ответил на нашу нужду. И хочу закончить словами, которые начинал в начале. Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. За то, что Господь дал нам это замечательное средство молитвы, да будет Ему вечная слава. Аминь.